Владивосток, 19 января 2023 года. Вот это здание, когда-то стояли здесь только одни стены, и вот в каком-то году восстановили. Молодец. Апелляционный суд в этом здании находится. Арбитражный апелляционный суд. Что это такое стоит? Какое-то устройство 1956. Не видно. Не видно. Что-то там написано, но не видно. Вот в этом здании раньше была библиотека, кажется.
А здесь детский сад. Если я не ошибаюсь. Окна украшены всякими новогодними штуками. Да, раньше здесь детский сад был, вроде бы. Что-то там написано на табличке. 28-й, чего-то 28 там. Здесь когда-то было кафе-мороженое «Дюймовочка». Сейчас здесь ресторан «Токио». Ну, все по-другому было, конечно. Там через дорогу школа. Там внизу дальзавод. Спустимся вниз. Старый дом, якоря тут такие на фасаде. Интересно, можно ли пройти во двор? Сейчас посмотрим. Тут что-то военное.
его знает. Якоря на фасаде. Даль заводу 135 лет. Они сражались за родину. Здесь вот такая вот доска почета. Посмотрим адрес. Что здесь? Даль заводская 23. Здесь какая-то доска висит. Далее заводская 25.
Здесь пожарники тренируются, что ли? Пожарная часть. Здесь фитнес какой-то сделали. Раньше на первом этаже этого здания стояли игровые автоматы. Абрековская, 4. Абрековская, 8В. Вот этот дом.
Ух ты! Какие тут деревянные элементы! Обрековская, 12. Здесь вот еще одно здание такое интересное. Обрековская, 14. Я говорю, тебе позвонят, я написала ясно. Здесь находится. Ой. Ну вот такой вот Владивосток, разный. Здесь вот в этом доме милиция находится уже давным-давно. Здесь во дворе посмотреть. Детская площадка и машины. Деревянные домики еще сохранились.
махали на улице. Раньше здесь была лестница вот так вот, и был здесь видеосалон. Светланская 161А. Улица Карла Либкнехта. Светланская 163.